Товарищество «Викторовское» – одно из передовых предприятий не только Тарановского района, но и всей области. Работает оно по таким направлениям, как растениеводство и животноводство. Идет сбыт зерна, мяса и молока. 3 года назад запустили полностью молочную дойку, новую поставили. Здесь новое германское оборудование стоит. В этом году мы сделали на летней дальней площадке опять новое молочное оборудование, новые станки. То есть все сделали для того, чтобы получать больше продукции. Производственные участки товарищества расположены в 2 селах района – Береговое и Нагорное. Социальные, хозяйственные и прочие вопросы сельчан решаются при непосредственном участии руководителя ТО Ивана Кулика. К примеру, в октябре 2017 года во врачебную амбулаторию была приобретена машина скорой помощи. Не остается без внимания и образование. В настоящее время в школе села Береговое обучается 187 детей. Благодаря Викторовскому питание в столовой для всех бесплатное. Нужно сказать слова благодарности ТО Викторовское, потому что поддерживает. Вот уже в течение 15 лет у нас организовано бесплатное буфетное питание с учащимися. Питаются абсолютно все, и воспитанники КПП, и все учащиеся школы. В медпункте села Нагорное всегда не хватало медсестер. Ануза Мирамгалиева с семьей переехала сюда из Аркалыка по приглашению Ивана Кулика, который не просто позвал специалиста работать на селе, но и обеспечил всем необходимым, а главное – жильем. Мы только же слышали, что там дают жилье, там обеспечивают, там первоначальные там дают помощь. Мы это все как-то слышали так. И да, действительно, оказывается, помогает молодым семьям, молодым специалистам. Свое внимание к людям и социальной сфере района объясняет просто. Социальная помощь, они же неотделимы от нас, от производства. Она же неотделенная. Мы же живем в селе, и все вместе, и дорога вместе, и школа вместе, и все вместе, и водопровод, значит, и котельная, и уголь, и все это вместе. Так что я считаю, что это все вместе. Валерия Зиновьева, РТН, Тарановский район, при содействии телекомпании «Акцент».